кожаный мяч для того, наверное, и делали, чтобы еще поискать по нашим глубинкам звездочек футбола, что мальчиков, что девочек. Поэтому они в районах играют, они при школе, при спортивных клубах. Им это нравится, они занимаются. Тренеры воплощают, наверное, в жизнь идеи всех методик спортивных, организации тренировки. Нам очень нравится этот турнир. Мы берем пример с наших старших, которые уже выигрывали этот турнир несколько раз. Мы очень готовились к этому турниру, и у нас есть много моделей, много тактик. Играем в пас, атакуемся вместе, защищаемся вместе. У нас очень дружная, сплоченная команда. Мы все вместе преодолеваем все трудности, играем в дворовый футбол, в мини-футбол. Мы стараемся играть быстро, комбинируем всякие разные атаки, нападения. Есть шанс пройти дальше на финал всероссийский.